Че трэш, скользко? Все с папой попрыгать хотят. Ты скажи, ты такой ледышкой меня убить можешь. Че, пап, с этим не прыгается? Стальчикой только прыгается. Что, мой кот, что? Счастливый гулять с двумя родителями в коем-то веке. Скажи, то папа один гуляет, то мама одна гуляет. А здесь двоих вытащили. Нюхач, ну нюхач. Хватит зевать. Че, кислородный этот? Че, шок? Я первый раз один. Да. Трой, пойдем, хватит нюхать. Давай, кот, вперед. Ага, скажи. Что-то прям очень там пахнет. Ну, очень. Очень пахнет. Все, нашел. Кто-то там течный был, да? 100%. Пометить, конечно. Пошли. Пойдем, он тебя догонит. А, блин, впереди опять машина. Прогулка будет фигня. Одни машины. Ты в туалет? Сори. Трояж, ну чего там, зай? Он прям источник ищет, смотри. Пойдем. Давай, вперед пойдем, Трой. Все, хорош нюхать. Пойдем. Давай, молодец. Из нагрузку, да, по сугробам. Давай. Иди, только когти себе не сломай. Хочешь там идти? По дороге скользко просто, видишь? А в туалет, что ли, ищет, куда сходить? Иди в сугроб, там хорошо. Иди, как всегда. Посмотри, там тоже кто-то проехал, что ли? Ага. Параллельная дорога есть? Можно было там пойти. Там точно? Ну да. Иди в туалет, иди. Собачка. Длиннолапый какой, а? Спортсмен наш. Ты что зеваешь? Ой. Все, у Димы кислородный шок. То все на работе. А сейчас раз и гулять. Еще и не такое время. Тряшечка.